Ну что, друзья, всем привет! С вами Антон Ни, канал Сэм Лайф. Сегодня рассмотрим вот этого красавца. Женский велосипед от Giant Lee Flourish 2019 года. В шикарном бирюзовом цвете. Погнали! Как вы видели из моих прошлых видео, если не видели, то посмотрите. Возможно, видео буду где-то здесь или здесь. В целом, можете зайти на мой канал и посмотреть. То есть у меня несколько велосипедов, у меня два старых велосипеда от компании Sportmaster, это компания Штерн, женский и мужской велосипед, МТБ на 26 колесах, система Асера, спереди непонятно что, но, наверное, Турней, может быть и какой-то ноунейм. Вот, но потом у меня второй велосипед, это был карбоновый Giant Purple 2016, по-моему, года, Advance 2 на 105-й системе. Вот, на нем я проехал серию бреветов для квалификации на Париж-Брест-Париж, и в итоге в 2019 году проехал Париж-Брест-Париж 1200 километров за 85 часов, по-моему, 11 минут. Но, опять же, видео об этом есть также на канале. Тем временем у меня трое детей, и все эти дети растут, и один велосипед переходит в наследство другому. И вот моей дочери уже 10 лет, и она вполне усаживается на раму моей супруги, и поэтому встал вопрос о том, чтобы обновить моей супруге велосипед. И выбор был уже не на МТБ велосипед, а выбор уже был на городские велосипеды с удобной посадкой, с удобным сиденьем. Короче, это должен был быть удобный велосипед, чтобы на него можно было залезть и в платье, и, я не знаю, и в юбке. Вот поэтому была выбрана именно вот такая рама. Это а-ля салют, да? Ну, либо кто из моих знакомых видели этот велосипед, говорили, что какой-то стариканский велик. Вот, Giant Flourish, Leaf Flourish 4 2019 года. Была возможность взять с 2020 года, стоил одинаково. Но единственное, что 2020 год шел в таком темно-матовом сером и белых цветах, но в Казахстане были только серые. Вот, а 2019 года шел в таком классном вот, таком зеленом, да. Я не знаю, бирюзовый, да, такой глубокий бирюзовый цвет, вот, и это один из любимых цветов моей второй половинки, поэтому мы выбрали именно этот велик, именно 2019 год. По технической части между 2019 и 2020 годом ничего не изменилось, поэтому если вдруг в вашем городе 2019 год будет дешевле, чем 2020, конечно же, смело берите его. А что мы имеем в этом велосипеде? То есть это, во-первых, очень простая навеска. В данном случае здесь у нас алюминиевая рама с ригидной стальной вилкой. У нас есть демпфер в подседельном штыре, который гасит вибрации и колебания. У нас есть очень широкая, толстая, такая очень классная женская сидушка. Вот, потому что позиция у нас на велосипеде практически вертикальная, поэтому нагрузка, чтобы на таз, ну, как бы на промежность была ниже, тут такое седло, оно, не знаю, надеюсь, что это кожа, может быть, кожзам, но такое очень приятное. Велосипед весит 14, по-моему, килограмм, то есть это достаточно тяжелый велосипед. Ну, здесь что? Здесь стальной руль, стальной вынос. Короче, здесь ничего облегчать не пытались, потому что этот велосипед, ну, сейчас, по-моему, стоит до 170 тысяч тенге. Ну, что вы купите за эти деньги из нормального? Ничего. Если говорить про покрышки, то здесь Кенда, 28 колеса, 700, как я повторюсь, 700 на 23. Вот здесь обычные табы, ну, такие, короче, тормоза самые, что не есть, простые. Здесь всего 7 скоростей, то есть спереди одна звезда, сзади у нас 7. Переключатель Shimano Revo Shift,
То есть в целом я, конечно, считаю, что этот переключатель намного удобнее, чем V-брейки, потому что, ну, у меня, например, у супруги были сложности с переключением, с поднятием скоростей, то есть со скидыванием скоростей на V-брейках проблем не было, а вот с их поднятием это все дело было. Здесь сразу идет в комплекте подножка, здесь очень удобные педальки, они, во-первых, очень высокие, у них высокая площадь, большая площадь, куда можно опереться, то есть это специально рассчитано на женскую обувь, и они такие прорезиненные, чтобы было меньше, там, меньше давило, не знаю, на ногу и так далее. Не знаю, какие-то убогие ободные алюминиевые диски, ничего про них хорошего сказать не могу, ровно как и плохого. Велосипед катится вполне себе хорошо, звоночек сразу же идет в комплекте. Ну, всякие вот эти катафоты, которые по большому счету, может быть, и не нужны, но тем не менее они добавляют безопасности на дороге. Вот здесь вот снизу, я так понимаю, что вот эта крутилка, она регулирует жесткость отрабатывания демпфера, вот, и надо это регулировать уже непосредственно человеку, который будет на нем ездить. Что говорить про тросики? Не знаю, наверное, это скорее минус, чем плюс, да, для того, чтобы визуально облегчить конструкцию, убрали рубашки тормозов и тросики и переключение скоростей, то есть вот здесь вот, где рама идет, здесь они вырезаны, и здесь у нас просто тросик голый. То же самое у нас с тросиком переключения скоростей на заднем пере. Но это не есть хорошо на самом деле. Но опять же, с другой стороны, это не тот велосипед, на котором вы будете ездить по бездорожью и так далее. То есть это по ровному, чистому, гладкому асфальту кататься и получать удовольствие. Также, если говорить, например, про эстетические части, то вот здесь вот такой вот алюминиевая заглушка, которая скрывает гайку. Вот, она так опускается, ее не видно, и тем самым такой велосипед более эстетически приятно выглядит. Ну, здесь все видно, чтобы было сделано именно для девушки. Что можно еще дополнительно сказать? Ну да, как я уже сказал, Shimano Tourney, 7 звезд. Здесь спереди есть на вилке две резьбы под установку крыльев и багажника. Честно, не знаю, будет ли здесь стоять велобагажник передний или нет, посмотрим, но крылья я переставлю. И переставлю со своего третьего велосипеда, это Cannondale, черт побери, не помню, как он называется, вот здесь сейчас будет его название, 2018 года, на системе Acera, тоже с 28-ми колесами, это гибрид, вот, с прямым рулем, с малым ходом вилки, там порядка 100 мм, и с блокировкой вилки и гидравлическими тормозами. А то, опять же, обзор этого велосипеда есть у меня на канале, и там же мы катаемся вот на старом штерне моей супруги. Что еще можно сказать про этот велосипед? Ну, велик прикольный, велик очень красивый, и все на этом. Да, здесь использованы самые простые компоненты, все самое-самое дешевое. Ну, опять же, это вам не Tour de France гонять, да, и не бриветы. Это приятная прогулка там, на велосипеде, либо же как средство передвижения там, с точки А в точку Б в теплое время года. Вот, опять же, коронавирус 2020 года показал, что еще непонятно, что будет в 2021 году. Поэтому я считаю, если вы хотите сделать подарок своей супруге, сделать подарок своей подружке, сестре, маме, это вообще отличная возможность присмотреться именно вот к этому велосипеду. Я могу даже на него сесть. Вот. Вот такой вот велик. То есть он подо мной демпфирует. И достаточно приятно на нем ехать. Удобно встать, выйти из велика. Вот. Короче, это все. Пока. А, ребята, забыл сказать, ну что, палец вверх, либо палец вниз. Комментарии про велосипед. Возможно, вы спросите, почему у этого велика синяя задняя покрышка.
вообще, что это такое. И, ну что, колокольчик, подписка, все дела, ну вы знаете. Все, пока. Спереди одна вилка, спереди одна звезда, сзади у Кенда. Что это? Морьяк какая-то, не знаю. Ну, это явный такой дорожный просвет, это 28-е колеса.